Привет. В общем, я долго думал, что можно позаписывать, и так и не придумал. Я помню, там кто-то просил поиграть в гуся, и в общем, сегодня будет гусь. Если кому интересно, то я записал это видео еще в 2020 году. Это просто так, чтобы вы понимали, насколько мне было лень это монтировать. Но если вам будет интересно еще посмотреть гуся, то, пожалуйста, напишите об этом. А то он сидит там, скучает, я не знаю, что с ним делать. Ну а сейчас мы немножко порадуем его и отправимся гусить. Так, наша гусиная миссия еще не закончена, так что не время отступать. Эх, самое время пробираться на всякие чужие участки. Надо пролезть уже. Мужик, давай договоримся. Ты меня не трогаешь, я тебя тоже. Пока что поковыряемся здесь, розы. Увлекательно. Палка какая-то? Чё это такое? Тебе показалось, никаких гусей в доме. Так, стоп, погоди, ну я тогда возьму тут такую вот штуковину и пойду отсюда. Я, конечно, гусь не курящий, но вид имеет. Самое время постоять и задуматься о жизни. Что такого я сделал в своей гусиной жизни, чтобы меня уважали? А, пофигу. Мужик, как ты смотришь на то, чтобы... Нет, это мое! Погоди, не трожь, не трогай, это мое, отдай. Я пошел сюда. Ну и что ты мне сделаешь, а? Давай, попробуй мне что-нибудь сделать. Смотри, я сейчас выкурю всю твою сек... Нет, отдай! Нет, прости! Сюда, верни, я сказал, все. На этот раз надо отойти подальше, а то он что-то у меня забер... Теть, что с тобой не так? С тобой все в порядке? Теть, хорош тут зажигать, а? Это мое. Ой, какая красивая ленточка, а? Так, оденешь на меня ленточку? Пойдемте стащим второго гуся. А? Оп, мой гусь. Блин, отдай гуся, а? Мы ниндзя, мы сама скрытность. Нас ничто не... В смысле? Погоди, я всего лишь хочу ленточку. Я всего лишь хочу, чтобы ты отдела на меня эту ленточку. Да хорош меня пинать. Да отпусти меня. Алло! Ой, я могу щипнуть дерево. Что я могу сделать с этим деревом? Это все, что я могу сделать. Я чувствую себя немножко бесполезным. Я могу только все портить. Что мы там делаем, а? Походу, мы нашли какую-то закладку. Отдай гуся! Все нормально. Все в порядке. Все-таки должно быть. Не трожь! Не трогай! Вон твой бант. Смотри, что я с ним делаю, а? О, что нашел? Ну-ка. Ха-ха-ха-ха. Воришка белья. Отпусти. Нет. Нет, погоди. Все, я оставлю это здесь. Пойдемте стырим гуся. Это что, лягушка какая-то? Давайте ее схватим. Эй, подожди, я сам застрял. Она не может определиться, что ей нужно сделать. Это похоже на какую-то танцевальную группу. Ладно, лягуха отобрали, тогда я буду на клавишных. Надо стащить этого самозванца. Брат, пошли, пошли, я спасу тебя. Такое ощущение, будто мы прячем тело. Все, пускай оно лежит здесь, здесь его точно никто не найдет. Теперь самое главное, чтобы она ничего не заподозрила. Я самый настоящий гусь, я хорошо отыгрываю свою роль. Все в порядке. Так, так, так. Ха-ха, я тебя обманул. Ха-ха-ха-ха. Так, где гусь? Ха, хорошо. Ну ладно, давай, я встану на место. Вот так вот должны выглядеть интеллигентные гуси. Тёть, если хочешь, я могу попозировать. Я гожусь для этого. О, зато здесь есть молоточек. Ой, дядя, прости. Я не хотел. Хотя нет, хотел. Ой, надо бежать. Слушай, мужик, попей чай. Попей немножко чаю. Кстати, как мне к нему снова попасть? Я никак не могу попасть к нему обратно. Это нечестно, по-моему. Тёть, отпусти меня, оставь меня в покое. Сейчас, подожди. Я хочу, чтобы мужик еще попил чай. Мужик, ну хорош читать свою газету. Ты читаешь уже несколько дней. Мужик, открой для меня проход. Помогите. Я не могу его открыть сам. Тут есть выход, но выход не выходится совсем. О, это что, носки что ли? Мне это нужно. В гусином хозяйстве все пригодится. Да оставь ты мне носки, я тоже гусь, мне тоже холодно. Ха-ха, здесь пройти ты не сможешь. Мужик, как насчет попить немножко чаю? Я войду в твой разум и заставлю тебя попить этот чай. Выбей ты этот забор. Боже, я хочу зайти к тебе. Мужик, давай, накостыляй мне. Что-то странно, у нас какие-то гусиные желания. В смысле? Это как? Я сквозь забор прошел? Нет, мужик, не надо, я не хотел. Ой, это что, берет? У-ля-ля. Это мне. Не, мужик, все, теперь я французский гусь. Ладно, мне его отобрали. О, а как насчет искупаться? Мы же все-таки гусь или утка, я до сих пор не знаю, кто это. Научите меня отличать гуся от утки, пожалуйста. Короче, зато мы можем плавать, как и уточка, или как гусик, я не знаю. Даже если мы захотим резко пить, то мы можем всегда это сделать. Так, погоди, самое главное засунуть морду в эту дырку. О, вот так. Тёть, ну зачем ты закрываешь каждый раз, а? Доставь ты этот забор в покой. Ай, да не по жопе же. Злая тетя. Пойдемте стащим тапки. Вот таскать тапки это самое то. Не, я все, я отхожу.
Ха-ха, теперь мы гусь, и у нас есть тапки. Давайте скинем их куда-нибудь в воду. Вот здесь он точно их искать не будет. Нет, у меня тапка, все, пропал. Ты что, реально пойдешь сюда? Не-не-не-не-не, они в воде, все. Все-все-все, ты их потерял. Вот там пускай лежат, ты точно туда не дотянешься. Нужно тебе это, правда, зачем? Доставь тапок, доставь. Ты куда по воде ходишь? Да ты что делаешь? Это какой-то необычный мужик. Так, все, тапочек останется здесь, и точка. Я надеюсь, у вас там нет никакой братской дружбы, и она не перекинет тебе этот тапочек. Все, ну вот и все. Садись, читай свою газету, а я здесь затаюсь. Я сама тьма. Ха-ха-ха. Дай второй тапочек. Ладно, ухожу. А как второй тапочек-то забрать? Га. Га-га. Надо обойти его с другой стороны, чтобы он не заметил. Я с другой стороны, если что. Я возьму твой чайничек с чаем, все. Тапочек. Теперь ты босиком. Все, тапочек мокренький, сырой, его уже не одеть. Все, он только гусиный теперь. Эй, тетя, погоди, погоди, погоди. Не закрывай, не закрывай. Нет. Уйди, 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 уйди. Я хочу выйти. Нет, только не прижми меня. Ты чего наделала? Ты это что там удумала? Ты куда пошла? Я это буду носить. Не понял, а? Тетя, ты что так высокомерно на меня смотришь, а? То, что я низкий, не значит, что на меня так можно смотреть. Ты чё, быкуешь, а? Не понял. Чё, быкуешь, что ли, а? Быкуешь? Отдай, алло. Меня пусти хотя бы сюда. Ну и пососи теперь чай с пола. Тёть, пни меня, пожалуйста. Тёть, пни меня, я хочу сюда. Пни, пни меня, вот еще сильнее пни. Еще сильнее пни меня, сюда. О, все, спасибо, отлично. Вот такие вот наши тайные техники гусей, ходить сквозь стены. А вы что думали, что я обычный гусь? Нет, я шоколадный. Мое, дай сюда. Еще мне нужны очки. Так мы выглядим в несколько раз умнее, чем обычный гусь. Хотя умных гусей я не видел. Выходит, что ничего не поменялось. Тетя, погоди, не закрывай, я иду. Нет, погоди. Нет, не сжимай. Че, она захотела сплюснуть гуся, что ли? Так, ладно, вроде как все, что мне нужно, я уже забрал. Как сделать так, чтобы она не закрывала этот проход? Алло, тетя, ну не закрывай, ну пожалуйста. Нет, не сметь. Не сметь его закрывать. Уйди. Короче, нам нужно что-то тяжелое, чтобы положить это. Ну давай, попробуй сделать это теперь. Нет, ну так нечестно. Ладно, тут мужик скучает, давайте его приоденем чутка. Смотри, вот шляпа, одень это на мужика. По-моему, ему будет очень идти. Смотри, какая красота. Современный молодой человек. Я думаю, что ему еще не хватает немножко очочков. Не знаю только, зачем мне нужен бюст соседа, но гусь сохранит эту тайну. А чё ему еще не хватает? Смотри, у меня есть еще такая штуковина. Как думаешь, ему подойдет? Давай еще трубку ему вставим. Желательно пока что в рот. Призываю гусиные силы, помогите мне. Не знаю, каким образом это происходит, но этот мужик мне точно нравится. Надо бы как-то забрать эту палку оттуда, а то что там... Ты чё собираешься делать? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Слушай, тетя, по-моему, я застрял. Слушай, тут такое дело. Я застрял, тетя. Я, конечно, ни на что не намекаю, но то я хочу выбраться. Тюм-пи-тюм. Сейчас мы как застираем здесь все. Блин, а с носком в зубах не так-то просто гагакать. Ха-ха-ха. Тетя, пойдем. Тут такое дело. Я захотел взять твою вазу, но ваза мне-то по факту не нужна. Мне нужно мыло на самом деле. Я очень хочу мыться, я очень чистоплотный гусь, поэтому мне нужно мыло и попожесало, быстрее. От нас идут пузырики. По-моему, мы делаем что-то неправильно. Хорош жрать мыло, оставь его в покое. Отлично, нам осталось теперь только стащить тапочек. Тапок. Мы устроили стирочку. Теперь это можно все замылить как следует. Ты чё, рисуешь там что-то? Ты меня рисуешь, что ли? Сейчас я проверю, чтобы было похоже. В смысле нет гусям? Они реально все гусисты. Чё ты пошел делать-то, а? Дядь, ты куда? Алло. Оставь это в покое, это моё вообще-то, ты охренел? Да куда? Вот ты черт поганый, конечно. А если бы ты соседку прибил? Вот чем я занимаюсь, моя гусиная жизнь проходит зря. Но вот теперь она снова эти ножницы заберет и... Чё? Мужик, оставь лифчик в покое, куда ты пошел? Блин, тебя эта тетка сейчас просто размажет. Я твой куст порвал, давай, ну-ка, быстро его почини. Тетя, иди постриги, пострижися. Ты нашла гуся, зачем? Отдай моего гуся, это мой собрат. Он немножко неразговорчивый, но тоже хороший. Одно из моих дел это подставить нашу соседку. Я не знаю, для чего мы, видимо, очень подлый гусь. Так, я жду. Ха-ха. Помянем. Мужик, иди, я хочу тебе кое-что рассказать. Это сделала она, это она.
Давай, пойдем. Ты провинилась, ты должна меня выпустить отсюда. Ага, гусь на свободе. Выпусти меня. Да ну выпусти, ну ё-моё, тетя. А подумаешь-то, а? Дай сюда эту штуку, я заберу ее с собой. Если она, конечно, пролезет. Так, она обязательно пролезет. Ну, пусти. Я потрачу на это полчаса, но она практически вышла. Эть! Все, теперь этот значок мой. А, ты что, не смотрела, что ли? Блин, все зря. О, так, а что это за домик? Эй, ай, эй, в смысле? Эй, за что? Не особо-то они гостеприимные.